Северском доме культуры отметили большим концертом «День матери». Присутствующих в зале женщин поблагодарил за труд и самопожертвование глава муниципалитета Андрей Дорошевский. А творческие коллективы района подарили разнообразную программу. Праздник в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Символом его считается цветок незабудка, олицетворение преданности и бескорыстной любви. То, с чем всегда ассоциируется образ материнства. Для каждой женщины, выбравшей своим главным призванием воспитание детей, он едва ли не важнее дня рождения. Не говоря уже о том, как повезло тем, кто в этот день мог поздравить собственную маму или бабушку.